Я просил правительство отдельно предусмотреть средства на развитие учреждений культуры в Крыму. И средства, я знаю, выделяются, как они используются? Пожалуйста. Да, у нас 1,6 миллиарда на этот год, которые, правда, до Крыма еще не дошли. Но зато детально расписаны, вплоть до копейки, какое учреждение как должно. А что же не дошли-то? Ну, там Минкрым, согласование, вот. Уже у нас август, середина августа. Как? Ну, в сентябре тоже. Прошлого года мы по учреждениям это уже расписали. Ну, расписали. А деньги-то где? Где деньги? Деньги в росписи Министерства культуры. Почему они не в учреждениях, там, не в бюджете Крыма? Это загадка для нас. Время тоже август, 17 августа. Что, они не переданы в роспись Министерства культуры? Ну, я не знаю. Они должны идти через Минкрым. Кто должен использовать? Рашид Владимирович, это в связи с тем, что Минкрым ликвидирован, полтора месяца потеряли как бы в общей сложности из-за вот этих процессов, но все равно освоение в этом году 100%, мы гарантируем, все подрядчики расписаны, все полностью закреплено, все объекты без исключения. В конец недели конечный срок у нас. Да, напомню, что это реализация тех договоренностей и той просьбы, которая прозвучала от деятелей культуры Крыма, когда мы с ними встречались в прошлом году.